Не понял. Я точно помню, что я его сюда ложил. А что ты делала в моей комнате? Я ничего не брала. Какой фабрикам? Фабрикам играем, инфинити надо. Призракам. Не понял. Я точно помню, что я его сюда ложил. Может быть, он под стол упал? Да нет. Может, он в шкафу? Нет. А может, он в бейблэдах? Так в бейблэдах я его вообще и не ложил. Да что за ерунда такая? Я же точно помню, что я ложил Фафнира на стол. А, Маша! Маша, это ты взяла моего Фафнира? Я ничего не брала! Какой Фафнир? Я вообще не знаю, что такое Фафнир! А что ты делала в моей комнате? Что ты делала в моей комнате? А что я делала? Я пыль утирала. А с чего это ты стала такой чистюлей? А что, нельзя пыль повытирать? Так, не понял. И как это называется? Участвовать и взяла твой бейблэйд. Ну, а ты ж мне не разрешаешь брать новые бейблэйды. Ой, да тут турнир не сильно важный. Можешь даже Фафнира брать. Мы просто еще на него обзор не делали. Друзья-подписчики уже ждут. Давай скорее распаковывать. Маша, прежде чем мы распакуем Фафнира, я назову победителя на конкурс на внимательность. И этот с прайзом реквием получает Андрей Живобрицкий. Поздравляю, Андрей! А теперь распаковка Фафнира четвертого. Давай! Фафнир самый сильный бейблэйд. Его название в переводе означает «поглощающий дух». Сразу видно, что Фафнир четвертый стал более мощный и наверняка непобедимый. Ого, здесь столько много металла, особенно зубы. А это что, он что, поломался? Эх ты, темнота! Это трюк для снижения атаки противника, для самораскрутки и для улучшения баланса. Ого! С обратной стороны энергетического диска есть грузики, те, которые помогают ему держать баланс. А еще суперская фишка в самом драйвере. Смотри, у него есть зубчатый наконечник. Он пружинит и он крутится. То, что помогает Фафниру выровняться, когда его атакуют. Предлагаю сразить Фафнира вместе с Фениксом и Ахиллесом. Маша, ты кого выбираешь? Я выбираю Фафнира.
Ладно, только по очереди. Я тогда буду Феникса. Ну что, поехали? 3, 2, 1, шоу! Давай, Феникс, поди. Наконечник крутится и помогает мне делать. Давай, Феникс, Фафнир, давай, давай, Фафнир. Фафнир, 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 Фафнир. Я не вижу, Фафнир, Фафнир. Я вижу, что ты побеждаешь. Ес! Тима, ты видел, какой крутой волчок? Он даже Феникс. Решено, берем Фафнира на турнир. Да что-то Феникс сильно быстро сдался. Давай еще раз. 3, 2, 1, гоу! Фафнир, давай, давай, победи! Давай, Феникс, пожалуйста. Фафнир, 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 Фафнир. Именно я тебе дал вторую попытку. Давай. Фафнир, я знаю, что ты победил. Ты ж в прошлый раз победил. Давай, я в тебя верю. Давай. Феникс, давай, 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 давай. Ура! Победа! Что я тебе говорила? Фафнир самый крутой волчок. Ладно, давай попробуй его с Ахиллесом. Ну, Фафниром чур я играю. Хорошо. 3, 2, 1, шоу! Ахиллес! Ахиллес, давай! Ахиллес, победи! Ну давай уже! Ладно, Фафнира возьмем на турнир! Да, магазин Baby Plus проводит соревнования по Бейблейду. В рекламке было написано, что соревнования по Бейблейду, но в конце концов сражаются все, даже Infinity Nada. Как-то неправильно подготовленный турнир. Тимофей встретил своего подписчика. Пожмите друг другу руки. Как тебя зовут, расскажи. Егор, вот у нас наш подписчик. Вот. И мы сегодня посражаемся. Посмотрим, как оно будет. Может, Егор и победит Тимофея, да, Тимофей? Еще встретил нашего подписчика. Как тебя зовут, расскажи? Колясик Басик. Колясик Басик. Ну, пожмите друг другу руки. Может, вы еще и встретитесь в бою, в сражении? Да, я надеюсь. Хочу посмотреть на Фафнира. Покажи, Тимофей, с кем ты сражаешься. С Фафниром четвертым, а ты с кем, Коль? А я буду сражаться, скорее всего, с Праздником Рэпером. Класс. А какие у тебя еще есть? Ну, у меня есть почти все главные герои. Я даже не думал, что у вас Ахиллес, да. Ага. С третьего сезона Саламандра, Рагнарёк, Феникс. Да ты крутой блейдер, я тебе хочу сказать. Вот еще один наш подписчик. Как тебя зовут? Вадим. Вадим. Вот мы посражаемся, да, Тимофей? Не страшно с подписчиками сражаться? Ну, посмотрим. Так как в соревнованиях участвуют и Infinity Nada, и Beyblade, мы купили, кроме Beyblade, еще и Infinity Nada, адский призрак. 2, 3. Пришли с Фафниром, играем Infinity Nada. Призраком. Yes! Тимофей проходит следующий тур. Саламандра, 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 саламандра. Кто же сдастся, Геркулес или Феникс? Феникс сдался? 2, 3. Плохо запустил. Плохо запустил. Плохой запуск. Не дал запуск. Все, Тима. Получилось нам поиграть Фафниром.
А Infinity надо, мы проиграли. Как-то так. А жаль, как-то Baby Plus неправильно сделал этот турнир. Что-то этот какой-то турнир был неправильный. Ну и Фафнира еще ждет много испытаний. Напиши в комментариях, с кем нам его еще сразить. А пока не забудь подписаться и жмякнуть колокольчик. Пока-пока!